Друзья, очередной вам привет. Ильин Владимир. Сергей Максим. Компания прокатись.ру. И сегодня столь знаменательный день, 28 января. А знаменателен он тем, что мы сегодня попытались, как некие сумасшедшие, просто скинуть ПВХ-лодку на воду. А чем же нам будет сегодня интересен вообще этот комплект? Он у нас относится к категории до 100 тысяч рублей. И цена этой лодки вместе с таким мотором составляет на текущий момент 97 тысяч 200 рублей. Это один из самых, наверное, популярных и востребованных комплектов будет в 2020 году. Данная лодка является облегченной версией лодки Максима 350. Отличие в следующем. Плотность материала баллона 750, днище 950 грамм на квадратный метр. Вес лодки 39 килограмм. Ширина 1,70 м, длина 3,50 м. Максимальная мощность мотора именно на данную модель составляет 9,8 лошадиных сил. В данной линейке несколько размеров: 3,10, 3,50 и скоро будет 3,80. Друзья, пару слов о моторе, о нашем сегодняшнем коне, так сказать, Хайде. Компания Хайде много лет назад зашла на российский рынок, сталкивалась с определенными проблемами, как любой китайский производитель на самом деле. Это наша статистика, опять же, нашего сервисного центра. Но все это преодолели, и на текущий момент компания имеет большой модельный ряд лодочных моторов, большой нормальный сервисный центр, развитую сеть дилеров и дилерских сервисных центров. Самое важное, что для китайского мотора, для китайского производителя, они имеют гарантию 2 года. Это очень важно. В данном случае у нас двигатель будет мощностью 9,8 лошадиных сил, 169 кубических сантиметров. Фактически это аналог Тахацу 9,8. Штатный винт установлен 8,5, шаг 8,5. Ну, в общем-то, что можно рассказать про Тахацу 9,8 только в китайской копии? Да на самом деле ничего. Надо его брать на воду и двигать, пытаться завести. Сейчас мы как раз посмотрим, как это все происходит. И вперед проверять его технические характеристики, скоростные характеристики на этом, назовем так, что малыше эконом-класса. Отдельно хотелось бы отметить следующий факт, что на текущий момент мы имитируем ситуацию, что вы взяли лодку из гаража, взяли двигатель из гаража, ну, скажем так, из теплого можно места, привезли на водоем, потратили времени примерно час на сборы и скидываете на воду. То есть мы все по-честному. Сейчас посмотрим, заводится он, не заводится он, как он будет себя вести, сколько прогреваться. Вы знаете, за что любят моторчики такие легенькие, кстати? Я могу рассказать. Во-первых, он весит всего 27 килограмм. Это раз. Во-вторых, он стоит на самом деле недорого. Это два. В-третьих, на него не нужны права. Опять же, пока что, но тем не менее, на него не нужны права. В-четвертых, он мало кушает. Недорого обходится в обслуживании. И неплохо тянет 1-2 человек. Правда, не очень большого веса или объема. В общем, его расчетная грузоподъемность, я бы так, наверное, назвал, тот вес, который он сможет вывести в глиссирующий режим, составляет, ну, примерно где-то 180-200 килограмм, если повезет 200, в зависимости от, там, от винта. За счет этого такие моторчики малой мощности, в общем-то, имеют достаточно высокую популярность на российском рынке. Вот такие ситуации бывают с китайскими моторами. Не каждый способен с первого раза завести зимой. Но завелся. Где?
по лодке, в первое впечатление. Ну, лично для меня размер маловат, мне бы побольше. Мотор за собой даже не вижу. Места внутри, ну, для одного человека будет достаточно. Что касательно мотора, ну, мотор у нас был, видимо, неподготовленный. Завелся не сразу, и не со второго раза, и не с третьего, и не с десятого. Но в итоге завелся, прогрелся, я даже на нем походил, прочувствовал, так сказать, фарватер, где можно уверенно выйти на глиссер. Вышел, прокатился, со мной лодка начала дельфинировать. Ну, нос не загружен, и, собственно, встал на нейтраль на середине реки, мотор заглох и больше не заводился. Сейчас будем выяснять, почему. Что, друзья, вот такая зарисовочка небольшая. Коптер подняли, посмотрели, мотор завели, конечно. В итоге Хайди 9.8. Вот, ставим ее в наш основной обзор. 34-35 километров в час получаем скорость. Один человек. Сижу, правда, вот так практически, наверное, на центре лодки. То есть один еще может сесть спереди. Вот, но при этом при всем все-таки лодка, конечно, для двоих. Мотор реально, ну не то что выстреливает, но хорошо выводит эту лодку в глиссирующий режим. При этом уверенно идет. Если загружать корму, то это будет фактически, наверное, дельфин точно в одного человека получится. Поэтому нужен будет удлинитель румпеля и сесть немножко вперед. С моим ростом нормально абсолютно, то есть там 1,75-1,76 м. Хорошо, не для зимней рыбалки, хотя либо лодка для одного, либо я бы сказал так, что, наверное, лодку можно использовать под мотором 5-6 лошадиных сил или 8 лошадиных сил. Это будет, наверное, самый оптимальный вариант вообще для этой лодки. А 9.8 уже так с жирком и под большим количеством. Вот так. Еще разок. То есть выход нормальный, выход нормальный. Он фактически быстро выходит и очень уверенно. Нормально. Хороший комплект. Для одного, максимум для двоих. Ну, так, в принципе, конечно, для одного. Хороший вариант. Легкий, мобильный, классный. Мотор, конечно, хорош, но надо с ним очень аккуратно. В общем, да. Когда он в хороших, правильных руках, он будет исправно работать, он у нас периодически глохнет. Точнее говоря, его надо в сервисный центр отвезти к нам, отрегулировать карбюратор, просто посмотреть и все. На самом деле там проблем вообще нет никаких. Нормально, уверенно работает, тянет хорошо. Значит, по лодке. Действительно, как сказал Макс, присутствует легкий дельфин, если мы на корме. Если, вот я сдвинул банки, например, если, к примеру, использовать удлинитель румпеля какой-то, плюс ко всему сесть где-то ближе к серединке, абсолютно нормально лодка выходит на глисс, дельфин в самом начале потом проходит, и скорость 34-35 км в час, запись с мобилы, экран приложим. Что по, что против течения, сейчас вот тут практически нету. Идет нормально, брызги не залетают, хотя тут ветер такой, ну, сколько-то метров точно есть. Что хотел и что сказал, значит, по лодке. Лодка для одного человека, Максим правильно заметил, идеальным мотором сюда будет 6-8 лошадиных сил, то бишь стоимость комплекта будет еще меньше. Такой хороший эконом-комплект, да, эконом-сегмент, мне кажется, да? Как тебе, нормально? Вот. Легкий вес, мобильный, прекрасный. Два человека сюда помещаются, можно всегда дойти, даже, в принципе, по существу можно там с детьми покататься нормально. Вот. Ну, в общем, имеет право быть. Лодка классная, проблем вроде нет. Поедем. Поехали.
тест с двумя людьми в лодке, отличные результаты, 28 км в час. Что, по течению? У тебя было 29, кстати. Ну, погрешность, среднее число, ну что, сделаем там 28,5. Короче, у меня 28-29. 29, да. Что по, что против, да? Да, кстати, сидел на носу, мой вес 115 килограмм, вообще никак на лодку не влиял, нос задрало нормально. То есть никакого прилипания нету, на глиссер вы вышли уверенно. Отличный результат. Я думаю, что Макс себе льстит, потому что вес 115 килограмм, наверное, без такой амуниции, без жилета, без вещей, без сапог. Ну да, здесь где-то уже 122. Да, поэтому фактически мы не знаем наш вес, но, скажем, начало, примерный наш вес, 240 килограмм, примерно так. 240 килограмм и примерно полбака, это где-то литров 6 бензина, ну, может, там 10 литров бензина. Ну, около 10. Вот, в принципе, Хайди 9,8, как и говорил ранее. 26 килограмм. Ну, примерно так, да. Короче, 7 на ум пошло, 30. В итоге где-то 250 килограмм он может вывести. Нормально, тяговито, причем на штатном винте 8,5, да? Да, да. Вот. Уверенно вышел на глисс, еще раз повторю, да, то есть уверенно. Нормально. Все. Че, классная лодка. Да. Кстати, помните наше видео про якорную лебедку? Если бы мы сейчас были бы на рыбалке, вот такой дубовый канат вытравливать вместе с каким-нибудь там 8-килограммовым якорем. Девушка с веслом, девушка без весла. Вот. Было бы очень проблематично на самом деле. Поэтому ручная механическая лебедка, та же самая Stronger, Stronger Steel Hands 10, в принципе, при монтаже на надувную лодку, очень удачная конструкция. Молодцы, ребята. Так, вот эти колпачки обязательно надо одевать. Иначе, когда вы складываете лодку, они, точнее, вот эта штука, вот этот винт может повредить ПВХ ткань. Поэтому колпачки одеваем обязательно. А еще лодки Solar можно использовать как ватрушки Solar. Я публиковал на официальном канале, но тем не менее. Это классная тема для зимней рыбалки. Поехали. Бобслей. Кстати, с обратной стороны, почему мы не боимся? Идет защита, защитная лента в районе киля. Вот, кстати, мы тут на малой глубине сейчас повозюкали и по снегу, кстати, прошлись. Никаких абсолютно повреждений. Ты видишь что-нибудь, Макс, нет? И, кстати, на концевиках баллонов то же самое. На концевиках баллонов то же самое. Защита идет. Поэтому, кому ее не хватает, могут установить дополнительную. По-моему, нормально. Аки-ватрушка. Только Solar. Друзья приняли командирское решение, посмотрели его, в принципе, у людей, которые катаются зимой. Просто не будем сдувать лодку, сейчас ее положим на багажник, да? Попробуем примастырить. Если сейчас что-то пойдет не так, мы это видео кусочек удалим. Давай с носа, а я с кормы ко мне кладем. А ты зачем? Мы ее прямо сейчас так и положим. Армуль? Ну все. Сейчас ее увяжем просто и все, и поехали. Друзья, уверен, что вам все это понравилось. Ждем ваших комментариев, какую бы еще лодку вы хотели посмотреть на нашем тест-драйве. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчики, то есть уведомления о новых видео, которые выходят на нашем канале. Ну, что, до свидания, скажи там еще что-нибудь. До встречи на воде. Ну что, друзья, небольшой постскриптум сегодняшнего выезда на реку, на воду. Возвращаемся сейчас в наш салон. Надеюсь, всем понравилось. Но мне так лично очень понравилось. Очень классная лодка, на самом деле, легкий мобильный комплект. Сейчас он едет там у нас на крыше. Потихонечку доедем. Вот. Мне кажется, это вообще вот прям вот то, что надо для комплекта эгоиста в плане водномоторника, ну, скажем так, ПВХ-шечника. Его грубым словом еще называют. Ну, тем не менее, флот он такой у нас есть, флот, надувной флот. Вот. Лодка НДНД. Легкий мотор, 27 килограмм, один человек. Спокойная скорость 35 километров в час, без фанатизма. Круто. Вот так вот. Все, еще раз пока. Давайте увидимся.